Говорят, во время карантина ничего не происходит. Но это не так. В Москве пошли по другому пути. В Москве состоялось открытие. Давненько я не разглядывала схему метро, но вот сегодня мне нужно добраться от Черкизовской, сюда, Кузьминки, на станцию Окская. И мне выдают абсолютно неожиданный маршрут. То есть пока мы в карантине, у нас открылись новые ветки метро. И всего 28 минут. Это же просто чудо какое-то. Те, что справа стоят, да. Но те, что идут, такое у нас метро в Москве. То есть у нас открыли новые станции от Некрасовки. Вот здесь вот Лермонтовский проспект пересекается эта ветка. Окская, Стахановская, Нижегородская, Авиамоторная с пересадкой на Желтую и Лефортово. Ну, это, я так понимаю, хвостик будет на Большой кольцевой линии. Ну что, попробуем. Станция на МЦК. Собственно говоря, шумит сама Нижегородская улица. Ну и надо перейти на метро. Это мы придумали. Указатель. Очень я заинтересовалась станцией. Получается, я могу ездить совершенно по-другому на дачу. Это прям меняет все. Только возможно. Я могу доезжать до сюда и прямиком на дачу. Так, там метро. Там метро. Короче, тут прям какое-то что-то такое очень большое. Я, пожалуй, слегка осмотрюсь. Какой-то зал ожидания. А, можно билетики купить. Короче. Вот такой план. Метро. Такой центр. Флагшурма Нижегородская, которая мне нужна. Вот такой терминал. Здесь у нас конструкция. Большая автостанция. Громадная площадь. Остановочка. Здесь будет бизнес-центр. Торговый центр. И вот такой. С ума сойти. Вот, вот метро, новая станция. Такие переходы. Нам сюда. Кстати, туда. Вот как.
тут не заблудиться бы. Здесь вот такие станции, получается, с разделенными платформами. Надо учитывать это. Ну и такая веселенькая станция. Ну, говорят, что вот такой способ прокупки метро самый дешевый, но есть неудобства для пассажиров. Ну, зато быстро и легко строится. И дешевле. Когда копают всего лишь один туннель. Платформа справа. Next station is Стахановская. Вот табло, через сколько прибудет поезд. В принципе, удобно. This is Oxford. The platform is on the right. Переход на авиамоторный пока наземный, то есть он еще не открыт. Хорошо, есть информационные такие штуки. А это вот юго-восточная, непривычно. Хочется сказать юго-западная, а она юго-восточная. Играть.